Так, всем привет, сегодня быстренько посмотрим BTSV, стоит ли его покупать. 10 миллионов минимальная ставка, покупать его смысла не вижу, куда это за... Всего 20 тысяч, вот этот ажиотаж вокруг танчика третьего уровня. Кому, блин, нужен? Вообще никто, смотрите. Брони особо нету, форма типа рикошета, у него большая скорость. Относительно, 62 км в час. Ну и куда вы на нем будете играть? Фармить он не фармит, и будете качать экипажи. Качать экипажи для легких танков СССР. Сейчас легкие танки, ну какие там, ЛГБТ и все. Десятки сейчас практически никто не качает. И качать на этом танке, на котором вы скорее всего не будете играть. Причем есть восьмерка премиумная, которая может качать. Все эти премиумные восьмерки, которые по гамплею близко к десяткам, которая может выполнять роль прокачки экипажа. Кому это, ну я не знаю, ну с какой-то урон. Средний урон за выстрел 47, вы на нем это поиграете, боев там 500, наверное. Вы себе статистику всю убьете в ноль по среднему урону. Какой там ВТР, ВБР, ВНР, там ВН8, это вообще никому не нужно будет. Вы поиграете на этом танке, сука, вы тут даже не набьете. На этих танках вот... На этих уровнях там 240, 260 хп, вы не набьете физически даже какой-то урон существенный. Тем более средняя бронепробиваемость 51 мм. Это на третьих уровнях не особо много, там есть джедаи, Су-76, там и все. Платить за это 10 миллионов серебра вы на нем никогда не окупите для коллекции. Кому ваша нужна ваша коллекция, сейчас все смотрят на статистику. Зашли, если у вас там меньше... Там 60% побед, меньше 2000 среднего урона, сказать, фу, говно, какой-то идиот криворукий. Никто эту статистику не смотрит. 84. На премиумных 47 все равно говняный урон. Фугас это вообще бесполезен, еще и разброс 0.41. Танк светляк с обзором 280 метров. 280 метров это говно, я вам честно говорю. Потому что вот, например, у М2 Лайта, у него там 291 с непрокачанным экипажем, без ничего, у него базовая. Башня берет уже 320 метров, понимаете? На втором уровне у М2 Лайта, обычного прокачиваемого танка, который стоит копейки, у него базовый обзор 320. У ПЗ-1С 340 метров, 280 метров, просто курим насмех, вы никого не сможете пересветить, вас ПТ-шки в лоб будут разбирать. Причем у ПТ-шек, там второго-третьего уровня, уже пробитие под сотню, они вкрутили на одном месте этот ваш. СВ вот это, блядь. БТСВ, что это такое? БДСМ какой-то. БДСМ со садомазохистом надо было называть. Короче, танк вообще не годный. Вот эти два часа, что там остались, не нужно новым вообще. Просто 10, ну ладно, замуться отдать 6. Отдать за лансы на 8. От 8 уровень будет фармить. А эта херня ничего фармить не будет. Всем спасибо, всем пока. Подписываемся на канал.